Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала. С вами Анастасия. И Денис. Сегодня мы решили порадовать себя вот этим замечательным ягодным чизкейком. Настя говорит, что он, наверное, будет невкусный, но я не уверен. Я думаю, что он, наоборот, будет обалденный. Ну что, давай пробовать? Давай. А из чего он сделан-то хоть? А из чего делается чизкейк? Не знаю, я не ходила в магазин. А, ты хочешь сейчас рецепт рассказать людям? Просто что это за прослойка, ты не знаешь? Ну, сходи на кухню, возьми коробочку и прочитай. Не знаю, ягоды, творог, там, что там. Я не знаю, из чего чизкейк делают. Я его не делал. А вот ты, кстати, ложки делала. Я не знаю, кстати, я вот взял и ту... Я думаю, что по дереву можно и железная ложка. Ладно. Я просто был немножечко не уверен. Так вот. Вот такая красота. Думаю, что дерево будет сильно бить по дереву? Да. Действительно. Слушай, ну прикольно. Знаете, он такой маленький, такой дорогой оказался. Я не ожидала. Ну, мама же нас не радует чизкейками. Поэтому приходится радовать себя самим. Я думаю, как бы ты тут справлялся один с тремя детьми? Мне кажется, ты бы даже зубы... Да я шучу. Мне кажется, что бы ты даже ребенку зубы только к вечеру почистил. Я вообще бы не чистил, кстати. Вот честно. Чаёк. Чё ты смеёшься? Что это такое? Это корица. А, ты корицу добавила? А ты чё подумал? Что кто-то пробежал? Я думал, кружка не мытая. Нет, мытая. Я просто этот порошочек добавила для вкуса корицы. Угу, чувствуется, кстати. А помнишь, у нас были палочки такие? Да, очень вкусные, кстати. Я как-то в магазине купил в супермаркете палочки корицы. Они такие обалденные. Я в чайничек закидывала и заваривала чай. Угу. Вот такая маленькая упаковочка. Знаете, как в отделе, где специи. Две палочки там, кажется, было. И стоит так прилично, кстати. Ну, такой вкус прям яркий, насыщенный. А я купил попробовать, так и не попробовал. Да? А я же перестала в чайнике чай запаривать. Мы что-то в последнее время перестали. Мы как-то по кружкам порционно. Мы что-то обленились, по-моему. Никогда. Лёша родился, стало сразу некогда. Лёша родился, мы перестали делать то, что делали раньше. Я перестал заваривать чай. И я тоже. Делать по утрам зарядку. Ты до Лёши не делал, по-моему. Делал. Ну, я думаю, что это временно, правильно? Ну да, я думаю, тоже этот период пройдет. Лёша немножечко подрастет, станет немножко посамостоятельней, и все вернется на круги своя. Ну, я так думаю, что все-таки будет. Но есть еще одно но. Вдруг мы все-таки воплотим наши планы. Ты представляешь, у меня же вообще свободного времени не будет. Кстати, кое-что хочу тебе предложить. Давай ты их закроешь и вообще больше открывать не будешь до конца видео. Кого? Глаза свои. А может мне, знаешь как, повязку вот такую на глаза наматывать и так сниматься? Как ты думаешь? Да, возможно. Знаешь, чем отличают? Да ладно, свайцы, бредовые идеи. Я знаешь, что думаю? Насчет чизкейка. Все-таки это лучше, чем пирожные. Знаешь, почему? Почему? Ну ладно, ну подумай, ладно, дам тебе минуту на размышление. Тут нет маргарина? Нет. Тут меньше сладости? Сладостей? Ну, мне кажется, тут поменьше сахара, он не такой прям сладкий, да, как пирожное. В точку. Он не такой приторный. Знаешь такое слово? Приторный. Есть такое в толком словаре. А что это такое?
Кстати, а ты знаешь, что нету слова ложить? Есть. Откуда мне? Положить, наложить, класть. Покласть. А вот именно ложить нету такого слова. Это очень неграмотно употреблять такое слово. Да. Да, наши подписчики нам пишут. Да, мы неграмотные. Ну, я-то вообще неграмотный. Если бы вы знали, какие мы слова употребляем, что вам слово «ложить» было бы самым идеальным словом в толковом словаре. Самым вежливым. Самым вежливым. Самым грамотным. Поэтому мы не заморачиваемся. Хорош себе карту-то раскрывать, так, моя дорогая. Давай не будем. Давай оставим хоть какие-нибудь секреты. Да. Мы тут Торшаков не видели, какие у нас тут происходит, когда мы с Денисом немножечко кусаемся. Ну, я думаю, что это вполне естественно. У нас маленькие дети. Поэтому можно кусаться. Всего трое, нет. У меня работа, у тебя домашние хлопоты, которые перекрывают, мне кажется, мою работу. Ну и под вечер мы весьма устаем, и порой немножечко злимся, наверное, друг на друга. Ну, бывает же, да? Давайте по-честному. Вот скажи, ну когда вот у нас не было детей, мы же с тобой вполне себе прилично вели, но не в начале наших отношений, чуть попозже. Была же у нас такая идиллия? Или всегда мы были? Была идиллия. Или где, когда кусочки у нас там? Ну, короче, я не знаю, но вроде, в общем, все нормально, успокойся. Таблеточки надо попить. Таблеточки надо попить, и все будет хорошо. Какие там ингубы и валар? Что ты там купил? Гингуба? Я не дотяну сейчас. Я не помню. Надо попить таблеточки. Какие-то нам он купил, так пачка, значит, нет, одну выпил. Я недавно проверила, ну что он там пьет. А я ее выпил, когда купил, и это всё. Для кровообращения, что-то там, да? Я что-то прочитала, ну что за таблетки? Надо попить, надо. Вот одну выпил и забросил, забыл. Слушай, он реально вкусный, я такого сейчас начала понимать. Первого раз пробовала. Какой он нежный. Да, как наши чувства друг к другу. Да. Порой. Во время мукбангов иногда. Ну, а ты знаешь, вот как говорится, да, милые ругаются, только тешатся. Так что мы тешимся, получается. А кто-то пишет, вот если бы не Денис там, другой бы тебе как засандалил бы по первое число. Денис такой терпеливый. Так я, может, камеру выключаю, засандаливаю. Куда-нибудь. Я бы себе, наверное, так не продолжала вести, если бы ты меня засандаливал. Я бы боялась уже. Вдруг я тебя запугал. Запугал. Ты что? Сидишь вся запуганная. И продолжаю так себя вести, да? Чтобы еще раз засандалил. Может, это мазохистка. Может, тебе нравится. Ладно, все, забей. Вкуснятина, вкуснятина. Вот скажи, что я вот не прогадал, да? Настя сомневалась все-таки. Ну, мне просто, когда назвал цену, сказала, блин, давай лучше что-нибудь другое. Реально, мы бы на эту цену могли хинкали взять спокойно. Две упаковки. Вообще легко. Вот согласись. Ну, это так, видите, такой легкий десерт. Зато там мясо, блин, идти колотить. А мне же надо мясо есть. Гемоглобин и все дела. Эх. Завтра лазанья будет. Не я ходила в магазин. Почему он такой дорогой? Ну, вкусный. Еще один кусочек. Он стоит своих денег. А потом посмотрим. Это третий у тебя уже? Нет, четвертый. Как ты быстро их ешь. А ты третий доедаешь. Да. А я четвертый начал. Ты прямо это... Я просто немножечко лидирую. Ты просто не живешь. Это нормально. Я-то наслаждаюсь. Я тоже наслаждаюсь. Если бы я наслаждался, я бы уже пятый доедал. Ты же меня знаешь.
Знаешь, попадаются такие чизкейки. Чувствуешь семечки от ягоды? Это ягоды, да. Ягодка, малинка. Не, на самом деле Настя готовит обалденные чизкейки с клубники, с брусники. Вообще просто дети, я просто обожаю. Знаешь, я что поняла? Вот то, что ты говоришь, обалденный. Вот, вот обрати внимание вот на этот чизкейк, и который я готовлю. Ну, с кустой клубникой. Посмотрите, какая прослоечка теста. Ну, миллиметровая. Тут, а тут... я делаю корж прям такой, такой нормальный корж. А на самом деле так и должно быть. Вот так, как здесь. Ну, у каждого свои секреты. Какие-то там, может, добавочки в тесто, что-то там добавляют. А здесь желатин. Желатин там, а я без желатина. Ну, во-вторых, у нас духовочка, сама знаешь, какая. Не позволяет готовить такие блюда. А здесь, наверное, не в духовке делали? А в холодильнике? В печи. Корж-то где делали? Корж, да, все остальное, наверное, не все-таки в холодильнике. Разлили и в холодильник. Ой, я не буду утверждать, я не знаю, возможно и так. Это же суфле, желатином. Мешали? Ну, вкусно. Знаешь, я сейчас вспомнил одно блюдо, простое, и мне очень сильно понравилось. Помнишь, ты делала такой торт с бананом, печеньем, со сгущенкой, что-то там еще не помню. Да, помню. Просто торт без выпечки. Вообще таких рецептов, знаешь, на просторах интернета очень много. Но он без очень выпечки. Вкусный. Очень. Я так это редко делаю, что тебе самый обычный торт кажется просто безумно вкусным. Если бы была другая хозяйка дома, ой, ты бы там вообще да утопал в тортах, наверное. Трое детей, это понятно. Ой, да ладно, там кто мне пишет. Есть тут и по 11 детей, ну посмотрите, блогер там, такая-то, такая-то. И чё? И по 5 там детей, и хозяйство, и скотина там у неё, и куры, и козы, и свиньи там, ещё 11 детей. Ещё и канал ведёт, а ты тут ноешь. Чё, серьёзно, что ли? Да, есть такая. Я зашла специально, посмотрела, чё там за канал такой. И чё, вот прям вот это всё, что сейчас наговорил? Знаешь, что меня настораживает в этом канале? Она никогда не показывает своих детей. Пишет, у меня, он готовлю обед на 11 детей. Да, я реально бодилики варит, но она никогда своих детей ни одного не видела. Ну, может быть, она пролистала, суверная? Пролистала кучу видео, не нашла ни разу. Как же последний. Но он и есть последний. Ну, да, реально, у него там это хозяйство свое. Там куры, козы, овцы, там коровы, там вообще утки, не утки. Там вообще ужас, что творится. Ой, я боюсь представить. Вот нас сейчас в деревню отправь. Я бы так не смогла, да мне это не надо. В свой дом, где там печка, где, допустим, нет отопления, где надо топить еще дровяную печь. А еще там утки, свиньи, куры, там, не знаю, крокодилы, бегемоты там. По-моему, там печка нормальная, обычная. Ну, не суть. Я тебе просто ситуацию рассказываю, которая у меня в голове рисовывается. Я бы не хотела такой жизни для себя вообще. Не в жизни. Встаешь в 6 утра и чисто без разминки поскакал кормить там всю эту живность. Это очень тяжело. Печь топить, там дрова рубить, там воду таскать, там, ну это как пиздец вообще. Я ни разу не видела, чтобы ей муж в чем-то помогал. Может быть, она. А ты мужа-то хоть видела? Не, и мужа не видела. Я только видела ее и как она готовит. А живность-то хоть видела? И как она роды там у коров принимает сама. Это вообще что-то с чем-то. Она как-то акушерка по совместительству еще там, ну реально, вот баба Гром, вот реально, так скажешь про нее. Вот глянь ради интереса. Слушай, а сколько у нее подписчиков, я просто... Хорошо подписчиков у нее. Я просто удивляюсь, ты меня вообще заинтересовала, я хочу взглянуть. Там вообще есть. Подписчиков много, ее, кстати, я где-то нашла, ее даже показывали по телевидению, по какому-то каналу, и вот она за счет этого, может быть, еще поднялась на YouTube-канале своем. Вот.
Молодец. Она и стримы ведет. И все одна. И все одна. Где? Где? А голос мужа хоть проскакивает там где-то? Я просто не слежу за каналом. А детей? Пролистала одно, второе, третье, десятое, 25-е. Да где ж муж-то потерялся? Где ж дети-то? И все в каждое видео. Готовлю ужин, готовлю обед на 11 детей, завтрак на 11 детей. Ну, как-то так вообще. Ну. Ну, что ты найдешь? Давай логически порассуждаем. Кто такой канал знает? Напишите. Поскольку она снимает в своем доме, да? Как она готовит, там, не знаю, убирает, стирает. Ну, вообще, что-то делает, да? Угу. Я вообще еще шикарно живу. И в этом доме находится 11 детей. Ты представляешь, что бы там творилось-то? Да, я думала об этом. Там был бы балаган, у нас-то двое что устраивают дома, а третий подрастет, это вообще будет. Ну, она не в годах, ну, то есть там лет, может, 30, там, 30? Максимум, а, подожди, 40. Может, они приемные? И половина. Что это меняет? Ну, вообще. Да, вот я думала об этом, почему такая тишина, где, кто вообще, куда они все делись? Короче, какой-то странный мутный канал мне показался, не знаю, кто узнает, напишите. Знаешь, на что он похож? Ты смотрела секретные материалы? Там Малдер, Скали. Вот их надо вызывать, по-моему. Mm-hmm. Там что-то, вот что-то явно там не так. Там замешана какая-то мистика. Вот глянь на сегодня, ладно. Что там это? Не, ну ты меня заинтриговала. Я, конечно, а называется посмотрю. «Дневник многодетной мамы», кажется, канал. Да. Ну, интересно, ладно. Ну что, дорогие наши друзья. Так и назови этот сейчас наше видео. Обсуждаем канал. Едим чизкейк, восторгаемся им и обсуждаем дневник многодетной мамы. Да, вот, идеально будет. Да. Незапланированное обсуждение, ну ладно. Ну ладно, что, дорогие наши, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, дизлайки. Ну, а мы с вами прощаемся, дорогие наши. Что это такое? Ты сейчас... Конечно же, не без этого. Спасибо мы вам вас за всех то, что любим. Вы у нас есть. Ну, а мы все-таки с вами прощаемся, дорогие наши. До новых встреч, скоро увидимся. Пока-пока.